Всем привет! Из мяса. Специально для канала Олег Нестеров Брест. Сегодня будем красить под камень. Покажу, как это делается. Без подготовки, без ничего. Так просто возьмем старую железяку и попробуем покрасить. Что получится, посмотрим. Вот. Ну, это кому-то интересно, может, такие технологии будут, как бы. Может, кто машину покрасит, может, кто отдельные части покрасит, кто-то стол может покрасить. Ну, видно будет. Там посмотрим, какая краска, да что старая. Вот. Подписывайтесь на канал Олега. Подписывайтесь на сайт allnest.ru. Ребята, отзовите. Рацию, вот, кстати, она сейчас разговаривает. Очень удобная вещь. Спасибо Олегу за такое все дело. Ну, короче, пошлите попробуем. Ну вот, короче, мой бокс, ворота. Вот, короче, мой бокс. Сейчас поеду с экскурсию. Вот покрасочная зона. Как бы подвесной потолок, освещение. Это багажник уберется, это с Нивы. Вот углекислотный баллон. Вот так здесь ширма опускается. Все смачивается. Ну, короче, красить можно. Пыли немного, это тоже он уберется. Просто смазка валяется. Дальше. Ну, здесь бардачок, инструмент, вся фигня. Вот Валеры. Вот как у Олега Валера. Точно такой же, только синий. Называется Войлет. Ну, это вот Девилбис GTI. Ну, это один, вот, которым пользуюсь. Второй там в ящике лежит. Ну и третий. Этим пользуюсь редко. Он 1.3. Дюзу у него как бы не очень не нравится. Что-то у него с распылом не то. Хотя он дороже стоит, чем синий Валера. Ну, обычный инструмент, полочки. Вот. Это по нему я делал проект, который еще не закончил. Да, который еще в стадии, так скажем. Ну, всякие баночки, скляночки. Краски, фигаски. Это паять буду Карлсона. Так, что еще? Ну, вот Land Rover, когда займусь, увидим, что там будет. Это вот та самая печка 500 на 800 и на 500. Вот у меня есть АВ-шка. Вот вентилятор обычно на печку дует, как бы тепло нагоняет. Там у меня еще этот с охлаждением есть вентилятор, я иногда им пользуюсь. Вот АВ-шку все запустить не могу. Блин, геморрой с ней пока выхватил. Вот Land Rover, ну это у меня тряпки все, бумажки всякие, которыми закрываю. Полы вырезал, но делать буду, покажу. Короче, офис, офис. А пойдемте, кабинет мой. Компрессор вот сюда я поставил, потому что удобней. Ну, как-то вот так. Елка. Жена купила, Новый год мне в кабинете сделала. Вот здесь по рации с вами общаюсь. Как бы, о, как раз кто-то все молчат что-то. Ну что, вот так. Здесь и сидим. Когда красим, здесь свежо, нормально. Там еще этот сделанный с улицы воздуховод, чтобы не зависеть от основного корпуса. Ну вот он, 6 длина, ой, ну да, получается, и 10, 6 ширина, 10 длина. Сварочник, пушка электрическая, я ей 1000 лет уже не пользовался, но обычно в яму бросаю, чтобы машина прогрелась. Сейчас, в данный момент,
13 градусов, потому что топить сейчас смысла нет, здесь иначе жарко будет. Ну, так вот, колеса, блин, убрать все надо, то место из-за них. О, дрова, вот здесь дрова ровно куб уходит, специально для них место сделал. Ну ладно, как-то вот так. Так, ну что, сегодня покажу, как будем под камень красить вот эту дверь. Старая ржавая, нашел, валялась. Сейчас мы ее зашкурим. Как бы подложка у нас будет серебро. А красить будем муреной. Где-то у меня здесь есть такая старая древняя краска валялась. А вот она, где-то здесь, чтобы поярче отличалась. Вот, муреной. Ну все, сейчас начнем. Как шкурить не буду показывать, а буду по ходу объяснять. Сейчас какую-нибудь подставку здесь придумаю, что-нибудь забудьте. Все. Пришлось замутить подставку такую, специально, чтобы видно было. Ну, сейчас поставлю. Да и начнем. Так, короче, пыли я не убираю, ничего не убираю. Готовить здесь слишком дофига делов все под это дело. Делаем просто внешний вид, понятие, как это сделать. Ну и все, в принципе, поэтапно. Короче, не хотел я на подложку ничего бросать, думал, на серебро просто брошу, да и все. Но когда начал тереть, оказалось, что здесь лак весь в подтеках, во всякой хрени. Вон, видно. И там до грунта, чтобы не было этой. Брошу я сейчас подложку белую. Белого цвета. Коломиксовскую, кстати. Вонючую. Осталась она у меня от Нивы. Вот. Сейчас попробуем. Так, ну что, обезжирил. Да, поехали. Первый слой дадим, сейчас чуть подсохнет, еще один слой дадим. Так, ну что, подложка подсохла, такой промежуточный слой. Мы пойдем сейчас делать дальше. Сейчас наливаем в пистолет краску. Это мурена. И ей попробуем забубенить. Посмотрим, что получится. Да, забыл сразу сказать. Заготовьте обычный кусок полиэтилена. Примерно под дверь. Чтобы у вас был размером, я имею в виду. Полиэтилен можно он использовать обычный травной. Я его тоже использовал. Как-то так. Ну и полноценный слой накладываем. Укладываем на дверь.
Я сразу перчатки одену, блин, забыл. И бросаем еще слоек такой опылочный. Вот так. Так, ну все, пусть сохнет. Теперь на очереди лак. Так, ну все, вскрываем лаком, смотрим, что получается. Да, еще раз напомню, что это видео сделано просто ради того, что какие есть технологии, это случайно, это не мое. Придумал это далеко не я, просто повторил. Так, опыльный сделал, стой, сейчас второй будем делать. Так, ну что, запись пошла. Давай второй слой сейчас зарубим.
Ничего, бросим на свое. Посмотрим, что получилось. Конечно, в этой технологии надо руку все-таки набивать. Кош того или не кош. Но, по крайней мере, понятно, как можно покрасить автомобиль. Конечно, я понимаю, что это геморройно. Но... все-таки. Вот что у нас получилось. Красивая зараза все равно получается. Равномерность, в принципе, добиться можно легко. Просто надо было подложку сушить сильнее. Я все-таки мокрый по мокрому красил, чтобы ничего не подняло при случае. Но и подложку тогда бы шкурить пришлось, а времени у меня нету, чтобы эксперименты ставить. Сейчас покажу, я до этого, когда пробовал что-то делать, крыло там красил. Там вообще на металлик, на подложку поставлено. Положено все. Как бы вот такая вот фигня. Вот, но здесь я три слоя пытался, это три цвета разных смутить. Она висит, сохнет, короче. Но если учесть, что это все, это вот выглядит вот так. Но это на темных цветах. А когда серебро с красным сделать, блин, я думаю, что будет вообще шоколад. Я оранжевый просто брызнул старинную древнюю краску. Думал, что лучше получится что-нибудь. Не, только испортил. Ну ладно. Пока, всем пока. Так, сейчас еще с той стороны посмотрю.